Компания ООО «Агро» представляет Барана «Агродиск». Обработка почвы на глубину до 10 см за один проход. Уничтожение и провоцирование сорняков. Все эти функции с успехом выполняет дисковая барана «Агродиск» компании «Агро». Предназначена для основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры. Барана применяется при разработке залежных почв, при обработке пласта многолетних трав, полей после уборки кормовых культур, подсолнечника и кукурузы. Ее можно использовать в любых агроклиматических зонах, даже тех, что подвергаются ветровой и водной эрозии, и на всех типах почв, кроме зоны горного земледелия. Ее уникальная конструкция позволяет вести работы в условиях влажности до 35%. Более того, растительные остатки, равномерно перемешанные с верхним слоем почвы, защищают плодородный слой почвы от ветровой и водной эрозии, улучшают воздушный обмен. При этом растительные остатки, находясь в земле, активно превращаются в перегной, повышая плодородие почвы. Сферический вырезной диск диаметром 580 мм и толщиной 6 мм – это сердце бараны «Агродиск». Его отличает износостойкость и устойчивость к динамическим нагрузкам. И что немаловажно, лезвие диска остается острым в течение всего периода эксплуатации, так как происходит его самозатачивание. Трубчатый каток диаметром 540 мм обеспечивает идеальный результат прикатывания и необходимый уровень измельчения почвы. Ширина захвата бараны дисковой тяжелой «Агродиск» 6002 составляет 6 метров. Два ряда дисков позволяют обеспечить сплошную обработку без огрехов с интенсивным рыхлением и перемешиванием почвы и удобрений. Также у бараны «Агродиск» есть регулировка глубины обработки почвы от 6 до 10 см. Уникальность этой сельскохозяйственной машины состоит еще и в короткой раме. Это основное отличие прицепных дисковых тяжелых барон. Такая рама увеличивает эксплуатационный ресурс машины. Конструкция бараны обеспечивает быстрое складывание секций в транспортное компактное положение и высокую маневренность при передвижении. Обратно из транспортного в рабочее положение шасси переводится также легко, перемещаясь при помощи гидравлики на середину рам. Это позволяет дополнительно увеличить рабочий вес машины. Шарнирная установка боковых секций позволяет баране копировать микрорельеф поверхности почвы и обеспечивает равномерность глубины обработки.